На днях в Сочи завершился Всероссийский фестиваль по хоккею Малого Кубка «Лига Надежды» среди любительских команд. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Всероссийский фестиваль «Лига Надежды» направлен на пропаганду и популяризацию хоккея в стране, выявление сильнейших любительских команд. В соревнованиях приняли участие 20 хоккейных сборных, в том числе и Чукотская. В полуфинале за 13 место наши хоккеисты встречались с севастопольским «Зарядом». В первом периоде «Динамо» легко повели 2-0, однако крымские спортсмены сравняли счет. В большинстве капитан команды «Динамо» Анадырь и автор хет-трика Олег Коваленко выводит бело-голубых вперед. А в третьем периоде Владимир Тюлин и Станислав Малиновский закрепляют успех чукотских спортсменов. Однако крымчане бросают все силы в атаку и забрасывают в ворота динамовцев еще 2 шайбы. Правда, больше поразить свои ворота чукотские хоккеисты не позволили. Итоговый счет 5-4 в пользу нашей команды. В финальном матче за 13 место команда «Динамо Анадырь» уступила «Вулкану» из Петропавловска-Камчатского. В итоге в турнирной таблице Малого Кубка Лиги Надежды наши спортсмены заняли 14 место.